BetSafe. Generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Ну, я хочу выразить признательность за большую поддержку нашим фанатам. Спасибо им за то, мы были в долгу у них. И мы понимаем, что тот матч не был наш и важный матч, как и все другие, но он немножко особняком стоит. Поэтому огромная благодарность нашим фанатам, которые нас сегодня так поддержали. И мы видели, что и игроки, видя это, они почувствовали ту ответственность больше, гораздо больше. Ну а так что, хорошая игра, опять много борьбы, много правильных действий, да, о чем мы договаривались сегодня. Сегодня игроки сделали большую работу, и я скажу, что им большой респект. Играли с противниками в четверг, и после трех дней, вот какая разница, что поменялось в игре Жальгириса? Ну, мы немножко подготовили свои варианты на эту игру, и они проходили, особенно первый тайм. Это очень было заметно, что соперник не был готов к этим действиям, и вследствие этого заработанной пенальти, да, и немного так как бы угрожали воротам, может быть, концовку первого тайма не провели так нацеленно. А так я скажу, ну что, соперник тоже нас уже знал как по игре, и поэтому было интересно наблюдать за теми действиями, что будут, как будет происходить на поле. Ну, браво Жальгирис, браво игроки Жальгириса. День рождения Оливии Антале, и два гола. Какие ваши мысли, какое мнение о его игре и о его потенциале, что он может дать еще Жальгирис? Я не буду говорить о возрастах, да, футболистов. Мы видим, если это профессионал, и он на поле, и мы видим, сколько он полезности приносит для команды. Сколько позитива и два гола, забитых вследствие этого. Не важно, что это пенальти, да, первый, второй красавец гол. Его надо тоже забить. Поэтому браво Ливи, его только поздравлю с днем рождения. Сегодня мы там немножко такой сюрпризик ему сделали, да, собравшись, когда все вместе. Поэтому пусть каждую игру у кого-то будет день рождения, он будет забивать два гола. Ну и теперь небольшой перерыв. Как его проведете и как будете готовиться к другим матчам? Ну, у нас много сборников, которые поедут в свои сборные. И наши сборники поедут в национальную сборную. Всем мы желаем им успеха, всем мы им желаем побед. А мы дадим паузу небольшую для того, чтобы восстановиться. Нас ждут очень насыщенный следующий месяц. И частота игр, и календарь, и мы уже готовимся во внутреннем чемпионате, готовимся к Лиге конференции. То есть нужно дать отдохнуть, нужно дать немножко перезагрузиться и двигаемся дальше.